Времени проблема нехватки общественных туалетов для уссурийцев стояла так же остро, как и для жителей многих российских городов. По завершению майских праздников власти Уссурийска решили раз и навсегда избавить горожан от этой проблемы. Из городского бюджета было выделено 250 тысяч рублей на закупку 100 современных городских туалетов. Сейчас полным ходом идет их установка на центральных улицах города. Первым, кто оценил функционал одного из новых городских туалетов, стал председатель исполнительного комитета Виталий Наливкин. Почему здесь перегородки нет? Как будут мужчина и женщина сидеть? Вы куда все смотрели? По словам председателя, к началу летнего сезона новыми туалетами будут оборудованы все населенные пункты в Уссурийском районе. И чтобы вот такие вот туалеты были по всему городу. Реакция уссурийцев на долгожданное улучшение городской инфраструктуры оказалась более чем ожидаемой. Сразу после установки первого туалета жители города приступили к активному его использованию. Это действительно хорошо. Это так и должно быть. Все установленные туалеты будут работать круглосуточно и абсолютно бесплатно. По замыслу Виталия Наливкина, данная мера позволит сделать более привлекательной и комфортной жизнь в Уссурийском районе.